В Губадлинском районе, на государственной границе с Арменией, 19 марта к служебно-боевой деятельности приступила новая воинская часть – пограничная комендатура Государственной пограничной службы ГПС Азербайджана. На организованном в связи с этим мероприятии выступил заместитель начальника службы генерал-лейтенант Азат Алекперов. Он передал личному составу поздравления начальника Госпогранслужбы генерал-полковника Эльчина Гулиева по случаю начала деятельности новой воинской части. В заключение мероприятия была проведена церемония по награждению группы военнослужащих, отличившихся на службе. Затем присутствующие ознакомились с условиями, созданными для военнослужащих пограничной комендатуры. Bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı və kommentariya yazmağı unutmayın. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.